Здравствуйте! Несколько дней осталось до того дня, когда будут названы имена первых обладателей региональной премии «Народный герой». Я бы хотел, чтобы «Амичи» поддержали этот проект. В минувшем году меня пригласили в экспертный совет, перед которым была поставлена задача из всех заявок, поступивших на этот конкурс, выбрать финалистов. Помимо того, что каждый человек мог сам подать заявку, еще огромное количество заявок было подано людьми, которые живут рядом с этими участниками нашего конкурса. И как раз они рассказывали о ребятах, которые делают добро, которые очень инициативны, которые профессиональны, которые являются, наверное, героями для них их двора, их поселка, их района, либо города. Наибольшее количество, наверное, было все-таки в номинации «Инициатива», потому что сегодня, как мы говорим, инициатива ненаказуема, поэтому у всех есть огромное количество инициатив. А немного меньше было в профессионализме, и мы старались в номинации «Профессионализм» действительно тех людей, которые отдали своему, не знаю, рабочему месту, своей профессии более, наверное, 30-40 лет, поэтому мы их считали профессионалами. А номинация «Спорт» были представлены много также участников, но тоже есть дела от того, что заливает просто коробку во дворе, и мы считаем это тоже очень достойно и прекрасной номинацией, до тех, кто, конечно, вкладывает огромные, наверное, деньги в развитие детского спорта, молодежного спорта. У нас в Большеречи занимается тяжелой атлетикой, чемпион мира среди ветеранов, который сегодня сам ездит, сам выступает. Это сильнейший человек в мире. Он живет у нас в Большереченском районе, занимается развитием тяжелой атлетики и занимается с детьми. Многие из номинантов, кто подавали свои заявки на конкурс, уже получили награды от МЧС, получили награды от Министерства образования, от Министерства спорта, но тем более были достойны они попасть в этих число финалистов, которых, как я уже еще раз говорил, выбирают «Амичи». Ну, я думаю, что героизм, патриотизм, это все, наверное, у каждого из нас есть. Но есть действительно добрые дела, которые остаются незамеченными. А это как раз премия даст возможность говорить о людях, которые делают ежедневно, наверное, добрые дела, но их незаметно. Мы с вами знаем, что были добрые дела, которые не так, еще, наверное, не попали в номинацию, когда девушка асфальтировала дороги в Омской области, в городе Омске. Затем были последователи. Я думаю, может быть, на следующий год как раз она и попадет в номинацию, что проявила инициативу. Я думаю, что инициатива здесь ненаказуема в этом случае. Уважаемые «Амичи», предлагаем вам отдать свои голоса на сайте премии «Народный герой» для того, чтобы выбрать действительно достойных и лучших наших «Амичей». Помните, что рядом с нами живут люди, которые делают добрые дела. Давайте их поддержим. Это было мое мнение. Меня зовут Александр Фабрициус.